Святаго Евангелие чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Аминь. Во время оно явись Иисус учеником своим, восстав от мертвых, на море Тиверианском, явися же сице, бяху в купе Петр, Симон, и Фома нарицаемый близнец, и Нафанаил, и Жебе от Каны Галилейские, и сына Заведеева, и Иина от ученик его два. Глаголы им Симон Петру, иду рыбы ловите, глаголы же ему, идем и мы с тобою. Изыдоша же, и вседоша абе в корабль, и в ту ночь ни яша, ни часо же. Утро же бывши, ста Иисус при брезе, дневно не познавши ученицы, яко Иисус есть. Глаголы же им Иисус, дети, егда что снедно имати, отвещая ему ни, он же рече им, верзите мрежу одесную страну корабля и обрящите. Вергоша же и к тому неможаху привлещи я от множества рыб. Глаголы же ученик той, его же любляший Иисус Петрове, Господь есть. Симон же Петр, слышав я, как Господь есть, и пиндитом припоясася бебанак, и ввержися в море. А друзи ученицы кораблицем придоша, не бяша бы далече от земли, но яко 200 локтей, влекущем режу рыб. Яко же излезоша на землю, видишь и огонь лежащ, и рыбу на нем лежащую, хлеб. И глаголом Иисус, принесите от рыб, я же ясте ныне. Влез же Симон Петр, извлечем режу на землю, полну великих рыб, 153, и талюка сущи не протрежеся мреже. Глагола же им Иисус, «Приидите, обедуйте, и не един же смеешь от ученик истязать его, ты, кто иси, ведящий, яко Господь есть. Приди же, Иисус, и прият хлеб, и дадеем и рыбу такожде. Се уже третье явись, Иисус, учеником своим, восстав от мертвых».